Дядь, моего батю не видел. Я тут немного заплутал, так сказать. Да нет, не видел. Давай найду, идем. Меня только не отпускайте, то я боюсь заблудиться. Не волнуйся, держись рядом. Хорошо. Почему вы все в одинаковых формах, все оранжевые? Бюджета на раз не хватило. Слышь, ты что тут забыл? Я к отцу пришел на работу, отстань. Я с незнакомцами не разговариваю, вот он один исключение. Здрасте, мы тут папу моего ищем, с молодым человеком. Ёп! Пацан, беги. Боже, батя, спаси. Батя, где ты есть, когда батя, ты так нужен? Батя тебя не спасёт. Я прикинусь шкафом, я за тобой спрячусь, он меня не заметит. О. Спасайте пацана! Я слишком молодой. О, вас уже не жалко. Не оборачивайся, он за нами бежит. Иди, беги. А чё, молодой-то сразу? Ребят, хотите фокус? Какой? Чё это у тебя такое? А! Что происходит? Гигантские фокусы. Вот придурок. Бля, чё за хуйня? О, заебись. Ты дебил? Вас ебал. Да куда идти, где батя-то, блин? Не, я хочу обратно домой к мамке. Давай, я твой батя. Кто батя? Я твой батя. Не трогай пиздюка! Беги за взрослыми! Не! Ой! Пиздец, он глаза ебется. Ебать, он глаза долбится. А хочу напомнить, что видео записано на моих серверах по SPSL, так что если вы хотите попасть в видео, то ссылки в описании. Также у нас проводятся скидки на серверах, которые будут активны аж до 8 ноября. А по промокоду DEDEDOYELLO вы получите еще большую скидку на любые донаты, взятые у нас на сайте. Ну дед слепой, хули ты с него взять? Зрение уже не то, и спина не та. Ну бегает бодро. Да, я возьму конфетку. Хуй знает, что она дала. Сколько можно взять? Take no more. 2, please. Вау. Люди! Живые люди! Это я, опять я. Да, я 2 конфетки скушал какие-то там. Сказали больше 2 не брать. А я синюю съел. Я зеленую еще какую-то уже забыл. Фиолетовую, по-моему. Что-то никакой разницы не вижу. Обычные шоколадные конфеты. Рошен. Паршивого качества. Не покупай. Если б знал, я бы вообще ни одной не взял. Там тупик. Я выбрался из этого черного негра. Да ну нахер. В смысле? Почему ты в нем вообще оказался? Да где тут выход-то, блядь? Блядь, бате нужно менять работу. Где он, сука? Как он вообще тут нашел такое резюме? Лучше бы грузчиком бы отправился. Пойдем. Господи, выведи нас отсюда. Мне тут страшно. Я ее 3 часа на паяльнике паял. Охрана! Ой, блядь! Там еще какая-то херня! Ну пизда! Спасите, я к бате на работу пришел. Так, повернись лицом к стене. Ладно. Я слишком маленький, у меня все еще иммунитет детский работает. А можно сказать, я очень маленький, у меня никакая зараза не поместится. Да, я уже понимаю это, но я чую по ветре все равно среди этого окружения. Мне кажется, это эндельфовец, он ближе всего ко мне был. Да, давай тогда ты подождешь здесь, хорошо? Хорошо. Я разберусь. А вы разбирайтесь с ним, давайте. Не, да, я просто... Забыл помыть! У него руки черные. Он просто их не выпает. Слушайте, а если нападет ваше существо на меня, я могу его уничтожить? Он руки не моет, это нарушение санитарного. А, извините. А если ваше существо нападет на меня? Мистер. Серк, если ты это запилишь... А чего я умер, блядь? Сука, он коснулся, блядь, дебил! Нахуеть теперь, нахуеть! Ты мне все испоганил! Чакаги! Там охранник умер. В смысле? Это как? Блин, как охранник умер? Его застрелили. Что ты говоришь? Убили охранника. Решаю атаковать доклад. Оно меня цапнуло. Давай, маленький, давай, сыночек, я в тебя... Да, бать, ща, короче, пожрём. Давай. Изи катка. Если в тебя буду стрелять, уходи, беги от них, понял? Понял. Я буду мансить, как боженька. Я же маленький, быстрый просто, компактный. Сверхманёвренный. Блять, я второго пиздюка нашёл. Не атакуй, Дэш, не атакуем. Блять, поздно. Молодец, красавчик. Ну ты, в те реакции, блять, столба, я уже его нахуй бил. У тебя братишка новый будет сейчас. А, ну блядь. Бать, давай, заделывай этого братика. Да стой, скотина.
Батя пока не видит, мы всех ебашить будем. О, ура, я наконец-то умру. Пока, до встречи. Детей бить нельзя. Сука, меня не убили. Блядь, армия наша множится, слушай. Ебать, уже ты. Давай, блядь, шо мы... А че я не играю? А, нет. Сына завалили. Я бы сказал, было бы неплохо найти моего батю для начала. Он тут как бы у вас работает. Кем он работает? Уборщиком. Уборщиком? Ну да. О, ебать. Говорит, очень важная работа. Бать, ты где? Бать. Малой, хочешь на ручки, малой? Нет. Сынок, пойдем гулять? Ну пойдем. Не, да блин, не получается. Ну что ж поделать? Кто-то должен это дерьмо открыть. Малой. Давай. Хочу. Как твоим сыном разговариваешь, ты это ты, малой, блин. Ты че? Че, блин? РПДС толкнул, че, блин, на меня нахуй? РПДС толкнул декло. Ты че, блин, на меня нахуй? Короче, пополам, блин, малого. Ты че, охуел, блядь? Нет. Не соглашайся, блядь. Нет, я не из таких. Слушай, может его потерять. Как, короче, как думаешь, по горизонтали или по вертикали? Не. Слушай, мы сейчас себя по вертикали не поделим. Твоем. Тихо, заткнитесь, я пойду проверю, я самый тут, блядь, храбрый. Ух ты, ёб твою мать! Там да я шучу, блядь. Я шучу, блядь. Обосрались вы все, свекуки. Вот, смотри, там наш братишка вообще. Пацаны, у вас карта есть? Спаси нас, мы усыпаем. Сюда быстрее! О, господи! Закрой! Алло, спасите нас, тут печенье! Ну что, дайте нахуй, дайте! Да блядь, это да птичка, тут кто-то надо! Да на птичку, чувак! Ебать, спасибо нахуй, буду должен, блядь! Как тебя зовут? Меня зовут Серг. За, ёбаный рот! Блядь, ёбаный рот нахуй! Бежи! Блять! Рано! Спасите! Да нет! Давай потом! Давай потом! Убегаем, братан! Тортик! Снимаем! Валим нахуй! Здравствуйте! Ой, здрасте! Вот эти чистые! Мы отошли в сторону, лицом к стене. Я вам тут добра принес. Ну, спасибо, Родина не забудет. Так, значит, у нас 98939, ой. Господи, ты выжил. Что? Да он исчез. Не понял. Там вооруженный пистолет. Не знаю. Это мой сын, не трогай моего сына. Батя, ты живой оказался, да, но ты молодец. Да, я живой оказался, прикинь. Молодец. Я ради тебя бежал. Ну молодец, да, ради меня, конечно, не да. Возьми фонарик, возьми фонарик. Там жопа фонарик, блин, сам его бери. Я теперь вооружен. Блять, я могу попугать. Тогда я возьму фонарик. Да. Ну я только попугать могу людей. Да это игрушечный мой будет. Пипец, ты быстрее своего батю. А ты, Голи, хотел. Ну батя ж, блядь, жирный уже, на диване только сидит, пиво смотрит, сосет. Ну да. Тихо, остановились. Ой, ебать. Пацаны, давайте сюда. Если шо, рапорации что-то. Давай сюда, сюда. А, я не могу закрыть! Я ученый из Дельта 15, спасите нас на самой глубине этого здания. Ученый, прием, где? Мы в глубине самого комплекса, в вот этой вашей тяжелой зоне, похоже. Так точно, мы вас вытащим, не волнуйтесь, а вы его... Да, бегите все туда, все, кто есть туда, пожалуйста. По-моему, сработало сейчас, сейчас подождем и съебемся. Делать тишина, молчание. Молчим. Еще полминуты и съябываем. Mm-hmm. Еще полминуты. Окей. Если что, у меня есть это, минералка. А у меня ствол. Ну, у меня тоже, но он не рабочий. Чего? Игрушечный. Стукнись. Ты что, вернешь? Мы тут задохнемся. Не перейди. Тихо. Откройте, пожалуйста, мы пришли вас спасать. Здравствуйте, доклад. Блин! Не стреляй! Не стреляйте, блядь, вы... моего сына не трогайте, только через мой вы нормальные? Ладно, спасите нас. Что? Ты чё? Он убил батю твоего, он батю твоего. За что батю-то? А что?
ребенок, что за у нас коммунизм? За что батя? Да не ты нахуй со своим коммунизмом. Ладно, нового батю найду. Все, праздничные салюты на 8 марта. Я выведу. Идите на гитбэ, Да, офигенный салют. А выражаю особенную благодарность пожилому Хокаге и Ванкрафту за то, что своим присутствием скрасили видео. У вас также есть возможность попасть в ролик, для этого нужно лишь играть на наших серверах, ссылки на которые есть в описании.